Во время Второй мировой войны в Бессарабии были созданы гетто и концлагеря. По оценкам историков, погибли 300 тысяч человек. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, являющийся первым Всемирным днем памяти. К этому событию ежегодно в библиотеке организуется выставка книг, документирующая эти трагические дни 1942 года. А также имеет место просмотр фильма, после которого проходит эмоциональное обсуждение событий и воспоминания из рассказов предыдущих поколений. Этот день является не только свидетельством уважения к тем, кто выжил, но и данью памяти жертвам Холокоста.